Так, теперь переходим к грудному отделу. Как вы помните, меня зовут Олег Алабудин, и мы проходим тренинг по мануальной терапии. Работаем сидя с грудным отделом. Ну и стоя тоже сейчас покажу. Можно повернуться? Сейчас мы повернемся, да. Ну, смотрите, можно посадить человека вот таким способом к вам, да? Только поглубже, чтобы коленки держали на стол плотно, да? И работаем на скрутку. Но чтобы было нагляднее и чтобы человек не расползался, ну, в бок не съезжал, да, лучше посадить его в позе наездника. Сейчас вам покажу. Либо попросить партнера, если вы вдвоем работаете, да, чтобы один держал ноги, а другой делал поворот. Поворот делается вот таким способом. Берется под рукой, продевается, хватаемся за плечо, да, и разворачиваем человека вот в эту сторону, упираясь в спину. Так, ну и если так вот второго человека нету, да, то придется либо самому залезть и держать его, упор делать, да, своим коленом. Либо все-таки посадить человека на край кушетки, стола, да, вот спиной ко мне, ноги разъезжаются в сторону, как на коне сидишь, ноги сюда спускать сбоку. Вот, так он сам себя держит, более плотно получается, да? Значит, смотрите, какое наше движение. Во-первых, спина должна быть всегда прямой, изначально. Поворачиваем в против часовой стрелки, получается, да? Плотно закрепились за плечо и разворачиваем, даем в ребра от позвоночника, от оси отростков, в противоположные ребра. Второй прием, особенно если при сколиозе, да, мы захватываем человека сверху теперь над рукой, то есть до этого я продевал руку под его рукой, теперь над его рукой, да, голову кладем просто в бок, вот сюда, да, на нашу руку, и вот чувствуем его расслабление. Тут ты должен расслабиться, помнишь, когда мы делали в предыдущем положение, голова у нас висела, помнишь? Вот, теперь мы его раскачиваем, опускаем вниз и раскачиваем вот сюда, на себя потом. На себя будет потом производиться рывок. И тут, если сколиоз, соответственно, пошел в левую сторону, да, то мы будем давить противоположно в правую. Уже можно давить сами позвонки в осистые. Раскрутили, поймали это движение и раз. Осторожнее держитесь так, чтобы не передавить ему сонную артерию, да, горло. Не пережимайте горло, чуть пониже беритесь. Следующий прием. Если позвонки отдельно, ну, какие-то конкретные, один-два позвонка ушли, например, в сторону, вправо либо влево, тогда мы упираемся коленом. Сначала подготовим человека. Давай подсадим руки на шею, подбородком касаемся ключицы. Подбородком с вами ключицы касайся. Вот в эти точки не на осистые отростки, а только на другой ногой. А только на боковые, на поперечные отростки, да, будем давить. Подготовили ногу, да, убрали ее, схватили его, крепко держи животик. Чем ниже, да, тем руки опускаем. Чем нам ниже нужно воздействовать на позвонки, да, тем ниже опускаем руки на шею здесь и локти сводим вперед. В этом случае хватаемся за его запястье. Вот здесь. Натянули на себя, уперлись коленом и произвели мобилизацию с этой стороны и с этой стороны. Если нам повыше надо, да, то руки переводим повыше и хватаемся поближе за его. Стараемся наложить руки на его руки, свои руки на его руки. И то же самое происходит, когда мы вытягиваем декомпрессионно позвоночник. Тут мы опускаем человека. Опять хватаемся вот так вот.
опускаем его, расслабились, расслабились, на себя, чуть потянули в бок, в сторону латера. Экстензия такая с ротацией. Раскачали, раскачали, и произошла мобилизация. Руки переводим на повыше, на череп. Тут мы работаем уже с верхними позвонками, шейными. Схватились поглубже и опять на себя натянули. Несколько раз тракцию сделали. Дошли до преднапряжения, и после этого траст. Вот, было, да? Почувствовал? Ну и в конце рекомендую просто для... Нет, давай, ну, просто то же самое делается, в общем-то, стоя, да? Давай, встанем теперь сюда. Поэтому просто я быстро покажу, что мы делаем, да? Тут, во-первых, декомпрессируем, растягиваем весь позвоночник вверх. Обе руки так предупреждаете клиенту, чтобы он был расслаблен, да? Покачаете, похлопаете, чтобы он расслабился, да? Ручки висят как веревочки, как тряпочки, вот такие, да? Как у мертвого практически. Он ничего не должен вам помогать, предупреждаете его не сопротивляться, не мешать. Не подсказывать, не предугадывать ваше движение. Он вообще ничего не должен делать. Вот вы берете его руку, расслабленную за локоток, сами уперлись в грудную клетку, в свою грудную клетку, в его грудную клетку, и на себя его натягиваем, оттягиваем и вправляем. Можно сделать, если человек легкий, да, или по-быстрому ему сделать, не подожди, не делай ничего, то за два локтя сжимаем оба локтя. Можешь, да, вот так положить руки. Берем в свои ладошки и опять натягиваем на себя, так вот получается кивательное такое немножко движение, и дергаем вверх. Далее поясницу берем на скручивание. Возьмем так вот. Опять то же самое, берем за локоть, за руку продеваем под его рукой, берем за противоположный локоть. И вот то, что мы делали сидя, вот видите, то же самое движение раскручивается. Можно, в принципе, вот так вот тоже взяться. Вот скручиваем его, да? А противоположную ногу, давай отойдем назад, тут ты не уместишься. Противоположную ногу, вот тут смотрите внимательно, если у него локоть, да, или он вспотел, или он маслом намазан, да, то лучше это делать через тряпочку, через там полотенце какое-нибудь накройте, да, либо через одежду, чтобы, дай бог, не соскользнуть. Теперь переставляем свой корпус сбоку от него, да, чтобы упор нашего бедра был его бедро. Противоположную ногу поднимаем коленом вверх, выше, 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 да. Вот. Захватили за колено и расслабились. Расслабились. Смотри в противоположную сторону, туда в окно, да, и раз, растянули. С грудным отделом продолжаем работать. Предупреждаем человека, да, чуть боком так встанем, чтобы он коснулся ключицы подбородком, как можно ниже, да, положил руки пониже на шею, ниже на шею, ниже, в замок, в замок, обе руки в замок, крепкий замок, крепкий держи, вот тут важно, чтобы крепкий замок был. Еще касайся вниз, дурачки снимем. И дальше скручиваемся, как улитка, по одному позвонку сверху вниз, скручиваемся вперед, вперед, вперед. Скручиваюсь, скручиваюсь, скручиваюсь. Если пошел таз назад, да, выпрямляем человека обратно и просим все-таки скрутиться именно сверху. Нам нужны сейчас, нас интересуют только верхние позвонки. Еще, 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 расслабляйся, скручивайся, еще, 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 еще. Вот так, чуть-чуть еще, еще, еще. Вот, это максимум, да, ты дальше не можешь. Вот, все, дыши, дыши спокойно, дыши, ничего такого не будет. Мы обхватываем его пониже. Вот примерно за эту зону своей грудной клетки. А здесь беремся за локти. И раскручиваем обратно. Все, расслабились, руки держим. И распрямляем его. Распрямили. После этого перехватываем руки на запястье. Вот, держим опять. Чуть можно так на себя потянуть. То же самое, что мы делали сидя, да? И... шейные позвонки поправили. Если нужно конкретно шейно-грудной переход, можно просунуть свои руки еще подальше
и положить их, наложить прямо на вот этот шейно-грудной переход. Если нужно, верхние шейные позвонки перекладываем на череп, большие пальцы разворачиваем вокруг черепа, вот так вот, то есть он сам себя обнимает снизу за череп, а свои руки накладываем сверху на него, на его руки, только не в замок, просто положить сверху. И опять же, стоим на пяточках, да, падаем на нас, ничего не делаешь, расслабились и поддернули. Так, расслабились. И теперь вправляем плечо. Нет, плечо мы будем вправлять, когда будет проходить руки. Сейчас не буду показывать. Так, это сделали. Вот. И грудной отдел еще как мы делаем? Чтобы особенно вот вправить эти позвонки, которые нашли назад, да, то есть у нас гиперкифоз увеличился, да, мы своей рукой обнимаем его, тут вот два приема сейчас покажу, обнимаем его перпендикулярно за грудную клетку, да, но пониже, своей грудью упираемся повыше. Примерно расстояние между рукой моей и моей точкой упора сзади где-то сантиметров 10. Почему это происходит? Я сейчас покажу. Потому что ребра у нас идут, видите, они идут вниз от позвонка. То есть вот этот позвонок, вот его ребро ушло вот сюда. Видите, какое расстояние? То есть мы здесь за ребра поднимаем вверх и даем вот таким образом получается. Так, теперь продемонстрирую. Взялись своей рукой, тоже плотно его зажали, чуть пониже и... Ну, вот где-то 3-4 таких прохода получается. С верхним отделом, да, чтобы раскрепостить лопатки и реберно-поперечное сочленение вот эти, да, можно сделать вот так вот, нахлёст руки друг на друга, да, берёмся за локти, а сами опять упираемся грудной клеткой ему вот в эту обозначенную зону. Раз. Два. Ну тут тоже есть. Раз. И два. Буквально вот два положения. Больше просто вы не сделаете. Ну и в конце для расслабления раскрываем ему грудную клетку назад. Для этого разворачиваем руки, берем подлокотки, раскрываем его грудную клетку, посмотри вверх. Вот он спереди полностью растянулся, да? И дошли до преднапряжения, и потом резко дернули. Можно, в принципе, его приподнять еще вот так вот, за локти и уперевшись в спину. Все, человек готов, обработан, здоров и прямой, как... Струна натянута, позвоночник, да? Почувствовал? Ну вот, дорогие друзья, с вами был Олег Алавгудвин. Мы проходим это все на практике. Вы лучше приходите к нам на наш тренинг, потому что все равно многие нюансы на видео не получается записать. Там всегда в работе что-то кто-то спросит, что-то кому-то надо чуть по-другому объяснить, поставить руки. И тогда вы будете готовыми специалистами. Пойдете сразу воплощать все это в жизнь. До новых встреч, дорогие друзья!